Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Шестой день, забираем вот этот вот сундук. Чем у нас тут порадует? Да ничем, скромненький такой сундучок. Так, грозокрыл уникальный. Стоит 2890, ну это, конечно, ребят, грабеж средь бела дня. Так, ну, наконец-то он мне принес копье. Три штуки аж целых. Вот это называется беззубик, ты удачно слетал. Спасибо тебе за это. Так, здесь нам выпадает четки. Так, сезонное изваяние. Да нафиг мне это сезонное изваяние. Так, слушай, водорез. Сколько там тебе? А, у тебя 112 уровень, поэтому прокачка тебе сейчас не нужна, она не светит тебе. Так, я, наверное, сейчас быстренько нашего беззубика отправлю дальше. Мы какое выбирали событие, ты не помнишь? По-моему, остров огнеедов. По-моему. Могу ошибиться, конечно. Так, тут у нас на обменке. Но только лишь бусы возьмем или четки. Что-то такое. Так, а ты-то что стоишь у меня? А, понял. Типа железо ищешь. Ждешь железо. Долго тебе еще придется, парень, искать. Точнее, ждать этого железа. Так, давай-ка за рыбкой. Давай за рыбой. За древесиной и за древесиной. Этих мы отправили. Буйволорд. Вперед за рыбой. Громобой тоже. Подожди, вернись. Опа. Шикарно. Да, лучше. Чего? А, у нас громобой, ребята, 112 уровень получил. Все. Прекрасно. Так, здесь мы забираем эти сломанные прибамбасы все. Отправляем его на прокачку. А, здесь листочек плюс тусклый интерьер тоже. Отправляем его на дальнейшие, как говорится, поиски. Так, этот парнишка у нас прокачался. Слушай, а есть ли смысл, что я его прокачиваю? Вообще что-нибудь это дает нам? У него же вроде бы как никаких новых способностей нету. Зачем мы его тогда прокачиваем? Объясни мне, пожалуйста, а? И я не знаю. Вот прокачиваем его и все. Вот кого надо прокачивать-то. Эти все, как говорится. Так. Блин, вообще что ли под завязку все? 220 тысяч скорожал, да? Давай, ё-моё. Беги, ты на тренировку побежал. Скалотряс. Так, это у нас по древесинке, я смотрю, мастер. А где у меня принцесса огнеедов-то? Я не могу понять. Че, еще до сих пор сборы свои делает, что ли? Долго она, конечно, сборами занимается, если честно. Ой, сколько там нужно? 630. Дерево. Ну, пока что-то я не вижу, чтобы мы чем-то могли помочь. Так, а вот здесь-то у нас что? Покрутите. Покрутили. Да, тут, ребят, это неудивительно. Тут фиг, когда у тебя сразу все это получится. 46 уровень. 47. Окей. Тут у нас пак созрел. Ну давай. Душитель, шторморез, шипорез, экзотический шепот смерти. Последний пак у нас тут остается. Надо будет набить, кстати. Так, теперь этих давай проверять. Ну, что ты мне принес? Ну, естественно, тусклый интерьер. О, яйцо. Мир. Бесплатно. Так, полетел. Найдите мать. Бесплатно. Так, здесь-то что? Руны. 8 штук. Имитация пожара. Давай, лети. Как раз, может быть, копишка мне принесешь. Хотя я в этом сомневаюсь. Так, здесь 12 рун. Забрать бесплатно. Так, выберите тропу в приключении 10 раз. Давай заберем, наверное, наши награды здесь. Так, на одну уже накопили. Тут 50 и здесь тоже 50. То есть будет две награды.
Ага. Так, это у нас руночки. Ну и эти драконьи коряги. Драконьи коряги. Так, ну что, давайте теперь открывать паки. Монеты Удина. Костолом, крылатый ужас, кревет. Так, ну что, монеты Удина. И лаварык, костолом, крылатый ужас. Вот так вот, да? Отказываемся. Так, слушай, подожди, а чтобы мне железо... Так, нам нужно рыбу. Я просто хочу купить пак. Подожди, пак. Да, рыбный пак. Где он у нас? Вот он. Купить. Так. Ну, что-то вообще как-то... Что так жидко-то? Что это? Давай еще возьмем тогда древесину, пак. И теперь отправляем за железом. Нам нужно, друзья мои, железо 600 там с лишним. Ну ты видел. Оп. 505, маловато. 505 надо. 600 с копейками. Так, а по рыбе 686. Ну, будем надеяться, что, возможно, сейчас мы с тобой пройдем задание, и там уже нам выпадет. Скрытый мир. Древняя фурия посетила скрытый мир. Что-то интересное, друзья мои. А раньше сияющие луга. А раньше же такого не было. Она не делала, она не позволяла себе такого. Так, рыкошмык. Рыкошмык пускай пока сидит. А вот это что такое? А, это же... Кстати, у нас... Есть где-то ведь три. Я помню, громоножка у нас, очень много ее. Спасено один. Где-то у нас должно быть много громоножек. Во. Поехали. Так, так и вот так. Блин, еще и надо... Тут что делаю-то? И... А зачем нам вот эти осколки? Вас ждут захватывающие приключения. Кто такой? Слушай-ка. Блин. Прикольный. Новинка. Две 500. То есть нам теперь выгодно, да, чтобы у нас появлялось очень много дубликатов. Вот, например, у нас древоруб. Еще бы один был бы, мы могли бы тоже сделать вознесение. Также вот и громобой. То есть теперь мы выбрасывать, как говорится, и отпускать на волю никого не будем. Будем копить, коллекционировать. А потом их будем через вознесение, как говорится, уничтожать. Или я не знаю там, как, что с ними там происходит. И после этого будем покупать новых драконов. Ну что, друзья мои, как я и говорил, выживание. Тут всего лишь три битвы, по-моему, да, у нас? Раз, два, три. Да, три битвы будет. Но битвы будут... Подожди. Подожди, я... Команда-то у меня какая? Я вернул туда этого-то своего? Все отлично. Все отлично. Я думал, что у нас остался этот. Вчера, которого мы брали. А Барсик тут на месте. Так, ну что, поехали. Будем бомбашить. Чики-бомбони. Иди ты. Гульки в трещину. Так. Блин, ну конечно, вот две груши всего лишь. Это
Это несерьезно. Две груши и две... и два прилива сил. Ну, куда это годится, а? Никуда. Вот я об этом же. Вот тебе чики-бомбони. Так, ладно. Переходим на вторую волну. 15-15, да, уровень? Ну, соответственно, я пока буду именно вот этого разносить. Именно шепота смерти. Как бы он мне тут не нужен, поэтому... А это там, смотри, крякает что-то. В лаве ходит. Видимо, это его стихия. Лава. Так, ну что, третья. Третья волна. Поехали. Так и надо тебе, нечего выпендриваться. Я хильнусь. Хотя можно было и не делать этого. Можно было бы этого не делать, ну ладно. Сделали так сделали. Поехали. Оп. И добивка. Четвертая волна. Ну что, водорез у них тут валяется. Вот что я тебе хочу сказать. Водорез. Водорез — это фиолка. То есть это умник, да, получается? Это шустрый, это умник. Фу, ух ты, он все-таки, ребята, успел. Блин, впредь такого позволять нельзя. Чтобы он применял свою суператаку. На шестой волне это бы, ребята, было непростительно. Он бы просто снес бы моего штормореза, потому что он там будет слишком прокачан. И такое ощущение, что не, у них инициатива офигенная. Они... ходят. Может быть, мне просто это кажется. Давай сделаем так. Добивку. В плане, блин, я думал, что... Давай добьем. Блин, ну с таким здоровьем идти на следующую баталию, ну как-то вообще не тянет меня, ребят. Не радует. Ну что это такое, а? И две груши всего лишь. Ладно, держимся как-то. Как-то, блин, фиг знает как. Раз, два. Давай, наверное, все-таки я сделаю понижение брони. Блин. С одной стороны, хорошо, что он потратил суперудар. Давай, наверное, так вот сделаю. И массовая атака. Залечились чуть-чуть. У этого атака пониженная. Он с пониженной атакой вообще не бьет. Ну, почти фулл хп, не считая. И он бьет именно сюда, а? Знаешь же, куда ударить. Не буду я пока тратить. Просто укушу. Он там свои пузыри-то выпускает. Фью, это последняя волна у нас. Давай-ка сосредоточимся. Не нравится мне вот это вот. Сейчас будет суперудар. Ё-моё, я боюсь сейчас. Я тебе говорил? Я ведь говорил, что так будет. Заколебали, вот серьезно тебе говорю. Вот что теперь мне делать прикажете? Пипец, короче, я не знаю, что делать теперь. Они сейчас уничтожат меня. Ну, давай сделай свой суперудар, блин. Тут где нужно надо добить как-то. Такс. Да, добиваем. Давай стреляй там. Есть. Ну все, водореза уже мы одного осилим. Пускай он там бомбит, что хочет делает. Блин, промахивается. О, вообще.
Вообще топ. Мы его еще и ослепили. Так, и добиваем. Ну вот и все. Так, ребят, крутим колесо. Забираем. Плод мудрости. Спасибо. Неожиданно было. Так, и содержит элитных. Пак. Ну давай, посмотрим. Шторморез, костолом, кошмарный пристиголов, костолом дикарь и все. Так, у нас после этого поединка будет доступно 250 рун и 2 светлых янтаря. Ну что, вперед. Что-то музыка куда-то пропала. Вообще все пропало. 6 волн. Ну что? Че, вообще ни звучка не будет. Зажибись. Как это, знаешь, немое кино. Ладно, давай так добьем его. Ну что, душитель? Сейчас докрякаешься у меня там, а? Давай-ка мы его так, наверное, пропишем. Все, переходим на вторую. Ну, до четвертой волны будет все одинаково пока. Единственное, что у них это прибавляется уровень. То есть 15-й, 14-й. Ну давай, давай, пыхти там. Здесь уничтожили. Так, барсик. Плюс понижаем броню. Видишь, вон там, вон там, вон маленький костолом прыгает. Рядом с этими, с викингами. Так, третья волна. Слушай, а чем отличаются викинги от варваров? Ну, не считая, что названием, конечно же. Варвары — это же не викинги, по-моему, или как? Что-то у меня в голове сейчас мелькнула такая мысль. Кто такие варвары? Интересно. Варвары, барбарианы, что-то у меня в голове сидят. Так, ну что, ребят, уже у нас четвертая волна. И мы видим, что здесь истинный шепот смерти появляется. Естественно, его надо будет в первую очередь уничтожать. Мы прекрасно уже видели, что он делает, на что он способен. На четвертой волне, ладно, может быть, еще как-то обойдется, а вот на пятой, шестой уже будет больно, если он сделает свою супер-атаку. Поэтому уничтожаем его в первую очередь. Дальше делаем отхил. И я тебе скажу, что вот этот будет опаснее, чем вот этот. Потому что у этого массовая атака, если не ошибаюсь, она идет... Ну-ка. И он сейчас ее, наверное, сделает, да? Нет. Ладно, добьем. Он в смятение вводит моих ребятулек. Так, хиляемся. Пятая волна. Блин, мне не нравится, сколько здоровья у нас у штормореза. И вот начинает его потихоньку колбасить. Пу-пу-пум. Ладно, давай сделаю так. И что творяет? Всячески хочет навредить моему шторморезу. Ну хорошо, что мы с тобой нашли эту грушу на рулетке. Так. Отлично. Не прогадал. Так, нельзя, главное им дать накопить на возможность использовать суперудар. Так, ну что, душитель, ты остался у нас тут один. Один-одинешенек. Нам надо как-то тебя помурыжить, плюс еще хильнуться. Всем желательно, да. И добить по-быренькому, чтобы он тут не выпендривался, чтобы у нас на следующий поединок было фулл хп, вот как сейчас. Последняя волна. И они почему-то ходят первыми. Слушай, наверное, пока не буду делать, давай сделаем вот так. Можно было бы, конечно, хильнуться, но тогда только лишь барсик получил бы.
Так. Только бы Барсик получил на... Неужели сейчас добьют? Твою налево, блин, это жадность, блин. А, нет слов у меня. Ладно, я буду надеяться, что все-таки мы добьем их. Так. Сейчас будет массовая атака у нас. Ну, массовый хил будет. Так, этот промахнулся у нас, да, душитель. Давай, наверное, сделаем укус. И, в принципе, все. Сейчас будем его тут разносить. Понижаем ему броню. Укус и, видимо, добивка. Отлично. Давай-ка крутанем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Рыба. И забираем награды. То есть, светлый янтарь. И плюс у нас 250 рун. Итого у нас получается сколько? 7725. Замечательно. Ну что, последний бой. Так, у нас что получается? Два прилива сил и одна груша, да, по-моему? Окей. Я думаю, хватит. Хватит у нас запала для того, чтобы здесь их разнести. Столом еще усиленный, ё-моё, ты посмотри на него, а. Да на тебе. Твою налево, еще не добили его. Так, ну что, вторая волна. Сразу начнем с дебафов. О, стражец зелененький. Как раз под моего костоломчика. Ой, этого кривоклыка. Как раз идеально подходит. Так. Третья волна. Поехали. Раз, два. Так. На четвертой волне уже прибавится еще кто-то. Наверное, какой-нибудь из шепотов. Что-то мне кажется. Или водорез. По-моему, водорез прибавится здесь, да? Или душитель. Я уже, если честно, и не помню. Ага, шепот все-таки. Все-таки шепот. Но быстро мы с ним разобрались, с этим шепотом. Так. Блин, костолом. Бомбит-то сильно, кусается больно. Так, залечимся. Раз, два, вдвоем сейчас. Опа, ничего себе, он мне и защиту понизил, и спецспособности убрал. Зашибись, ребят. Делает. Так, Гром, ты сейчас довыпендриваешься мне здесь. Предлагаю повесить слепоту, чтобы тут не бухтил. Раз, два. Теперь сделаем так. Ну и все, в принципе, хлопчик подбит сейчас будет. Конечно. Держи карман шире. Так, поехали. Раз, два. Да, нам нужно залечить раны, потому что у штормореза очень... мало здоровья было. Кусается больно, конечно. Только не надо фаерболы. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, а что это получается, что... Блин, горелый. Как так-то?
Блин, я не знаю, Барсика, давай, наверное, все-таки залечу я Барсика. Чтобы потом не жалеть. Так, усиленная атака. Усиленная атака, ага. Фига он, блин, фиг пробьешь его. Сейчас укусит, жестко будет кусать. Нет, он огоньком полыхнул. Так, ладно. Полыхнул он огоньком. Барсик, разберись. Сделаем вот так вот. Он будет потом, наверное. Так, он залечивает раны себе. Мы тоже залечим раны тогда, пока есть возможность. Окей. Раз, два. Так, и добиваем. Есть. Ну что, последняя волна у нас. 19, 17, 20 уровень. Слушай, по-моему, этот... Блин. Еще и добить не смогли. Ну, вообще замечательно, ребят. Ну, что ты там высматриваешь? Ух, влупил. И этот еще под халим лезет. Раз, два. Да, конечно, здоровье у нашего кривоклыка оставляет желать лучшего. А это сейчас добьет, да? Смотри-ка, не добил. Ну вот сейчас этот постарается, мне кажется. А мы знаешь, что сделаем? Хе-хе-хе, смотри. Опа. А пускай помогает нам. Пускай бомбит этого ханурика. Так. Дебаф. Укус. Давай, добивай своего другана. Блин, ну чуть-чуть не хватило ему. А, он хиляет еще и обоих, к тому же, да? Опа. Ну что я тебе скажу. Событие уже пройдено. Он еще пока этого сам не знает, а я уже это вижу. Все, ребят, с победой нас. Крутим колесо, забираем древесину, да, судя по всему. Окей. Так, и... Пак, это ареновский. А, с героическими, понял. Ну-ка, шторморез, шипорез, крылатый ужас, громобой, громорок, водорез, шепот смерти, барс и вепрь, кривоклык, молодой прыгун и ветрокрыл чемпион. Слушай, хороший, да, такой пак был? Так, у нас древесины завал. Слушай, а мы за древесину можем кого-то отправить добывать железо нам? Есть у нас такие ребята? В принципе, есть. Пускай летит. Хотя бы 33 штучки тоже, как говорится, лишними не будут. Так, ну здесь вроде бы как все. Единственное, что я, наверное, предлагаю, знаешь, что сделать? Набить паки. Потому что паков у нас нету. Всего лишь две штуки набьем. Используйте изваяние героической меткости, чтобы помешать противнику ускользнуть от удара. Это я, кстати, сделал в первую очередь. Прокачал именно вот эту вот меткость. Так, кусаем. И... Замечательно. Ну куда ты, куда ты, куда ты разогнался? Эх, Барсику как всегда досталось. Бедному Барсику как всегда досталось. Что ты сейчас добьешь, наверное, его, да, мне? Или этот пройдоху будет добивать? Ясен перец, подхалим несчастный. Сейчас тебя разнесу в хлам. Будет разбег делать опять. Опять побежал. Куда ты там бежишь-то? Глушанул.
Так, давай укус. Ага. Так, добить получится? В легкую. Так, звук пропал, но я вижу здесь парящий прихвостень. Не очень-то он мне здесь нужен, если честно. Да и вот этот вредитель тоже, блин. Сейчас, куда он будет? Понятно. Бедному барсику, как всегда, перепадает. Чересчур. Так, одного уничтожили. Теперь давай вот сюда вот бомбить. Скалотряс как бы тоже не нужен. Все, хана, да? Хана нашему барсику. И смотреть надо за ветрокрылом. Так, в минус. Ой-ой-ой-ой, друзья, все, нам не избежать заморозки. Нам этого не избежать. Насколько сильно? Прилично бомбанул. Так, проснулся? Проснулся. Давай сделаем так. Блин, он же сейчас опять применит, а? Ах, не успел. Ух. Так, ребят, ну что, последний поединок у нас. Скалотряс. Дымодышащий. Короче, начну с дышащего, наверное, да? Хотя надо было, наверное, со скалотряса. Ладно, фиг с ним. Так, они сейчас вдвоем тут будут ходить. Потом будем раз, два, потом мы будем ходить. Я думаю, за два хода мы уничтожим. Отлично. Так, это сейчас будет либо... Неужели крутить... Ой-ой-ой-ой, сейчас кого-то в минус, ребята. Он в минус вгонит. Почти. Самое обидное, что мы оглушены, я ничего сделать не могу. А Лаврык под Халим сейчас воспользуется этим моментом. Ну, конечно же. Конечно же, он воспользовался этим моментом. Если мы сделаем укус, я, наверное, сделаю вот так вот. Так, Лаврык особо тут... Давай, 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 крутись. Прям в своего же, вот это хорошо. Бамс. Ну, что-то он как-то... Что-то он как-то его не особо сильно-то, да? Нагрел. Окей, добиваем этого и добиваем того. Вот и все. Так, ну что, ребята, как вы видите, нам выпало два редких пака. Это, кстати, действительно большая редкость, чтобы два сразу выпало. И пак вождя. Так, душитель, шторморез, кревет, дымодышащий, кривоклык. И все. Вот и славненько, да? Сегодня поиграли хорошо. События прошли. Пока ничего в ближайшее время тут, я смотрю, не намечается у нас. Надо посмотреть по корягам. Сколько у нас вообще коряг накопилось? 840. 840. А нам нужно 8000. 21 день в запасе. Ну, не знаю, ребят. Не знаю, что у нас из этого получится. Так. Ну что, ребят, на этом сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.